привет, с вами канал Видеобомба, я Fuck You Game на сервере Харьков Плюс. Мы начинаем ивент. Сегодня в ивенте будет участвовать 24 человека, это будет жесткое мясо. Итак, посмотрим, что с этого получится. Че ты тут бегаешь? Кислотка, а ну, перестань бегать, кислотка. Итак, мы начинаем наш ивент. Сообщаю сейчас ребятам пароль. Пароль был 654. Ай, ладно. Пойду открою ее. А то это будет долго. Не стреляй. Не стреляй, так нельзя. Аха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 хah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 
Ух, так чуть потише сделаю, а это тихо. Так, наушники, значит, надо купить. О. Ух, бомбежка, ничего себе. Какой смешной, убили его, он на присядочке пришел, одевается. Так, надо сделать один. А, я сейчас supply сказал. Будет еще интересней. Так, supply сигнал. Веселуха, ребята, развлекаемся. Гулять так гулять. А у тебя летят высоко, стрелять так стрелять. Я им помашу рукой. Ух, мочилово, мясо-то какое. Мясище просто. Так, уйду, а то мешаю, наверное. Тихо. Так, пока что защищающие даже не дошли. До дома надо вуд баррикад делать. Потому что они так и не дойдут. Вуд баррикад. 10 штук. Прорываться
Ха-ха, эти баррикады расстреливают, патроны сейчас закончатся. А, аэродроп прилетел. Чувака лутом убило. Кого-то лутом убило. Ой, прикольно. Так, защита сегодня четкая, я смотрю, даже не дают подойти, ребят. Вчера очень быстро прорвали. Так, пойду я с вышечки немножко поснимаю. Мясо, мясо! Ну-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка, просто кошмар. Ай-ай-ай, о май гад. Так что ты звонишь, ёлки-палки, Сережа? Ты что? Не понимаешь, что ли? Упал я. Придется сейчас скатать. Посмотрим. Так. Кто это тут у нас? А, это у нас атакующие. Атакующие превратились в дефающих. Бедняги не могут даже выйти из дома. Блин. Так. А, убил. Я такие башенки не поснимал. Дайте попробуем. Не себе это такое. А гранаты что-то никто не кидал. А, летят гранаты, да. Но сегодня умная дефающая команда попалась. Очень умно ребята играют. Аккуратно. Дефят дом. Кто-то уже пособирал весь аэролут. А он уже. Ай, ё-моё, сколько можно падать? Что ж ты будешь делать? Так, уже дефающие уже перешли в атаку. Ничего себе. Красавчики, просто красавчики, я вам говорю. Разорвали. Жестко. Уже все, уже никого нет. О, мясо! Кислотка за кем-то гоняет уже. Влад, Влад, не трогай! Влад, Влад, не трогай дефающих, пускай они поджимают. Надо их зажать. Так надо.
Красава, просто красава. Давайте, ребята, давайте. Что вы зажались у себя дома? Атакующие в доме сидят. Колс красавчик тут уже зажал. Прямо в грудину. Да, сегодня, конечно, атакующая команда не сильно, не сильно. О! Получилось наоборот. Ну все, победа команды Дефа. Как вы видите, очень красиво проходят такие ивенты. Очень классно, весело, интересно. Я прям аж no comments был, просто рот открыл и следил за этим всем действием. Самому хотелось пострелять немножко. Алло, ребята, дефающая команда, да? А? Вы дефающая команда? Конечно. Дефающая команда, всем собраться у себя в доме в большом. Мы отдефили. Да, мы реально отдефили, мы же их раздавили, по сути. Ну да. Контрнаступление, по идее. Не, ну красиво получилось, красиво. Не, ну чувак, ну блин, а что нам еще надо было делать? Мы 5 минут подефились, они вообще не выходили, они боялись выйти или что?
Мы уже просто начали по одному выходить, потом выперли себе арава и зарашили их дом. Ну, тут что делать уже? Там бы С4 бы еще. Так мы С4 даже нашли, в чем прикол? Они же нам С4 принесли. А все, бежим. Так что, подожди, нам бежать обратно или что? Да, ну, кто в доме, да, заходите в дом на крышу, сейчас там решим, какие призы. А ты меня второй раз убил, меня ждать, да, воскрешение? Не надо, я кину приз в этот сам. Нет, подожди. Сейчас кислотка вас записывал, всех, кто дефали. Ну, короче, даю по саплаю всем. Всем даю по саплаю. О, спасибо. Хорошо. Ладно, Виктор, ты был прав. Лучше меня на ивенты не звать. Чего? Ну, блин, они даже зайти толком не смогли. Я один крыл весь первый этаж, по идее. Ну как, крыли пацаны тоже, я крыл именно щельку, чтобы второй вход крыл весь. Я ходов 6 поставил всю игру. Красава. Ну вы там кто-то хоть снимали, нет? Блин, я не снимал. Я протупил. Я хотел снимать, но у меня что-то вылетал. Виктори, что ты меня убил вообще? Дайте мне убежать спокойно с моей... Раздолби мой спальник. Сейчас. Я так чувствую, что много человек, кто попрыгали, поубегали с лутом. Есть такое. Да нет, вроде все. Не, ну, это... из дефущей команды точно никого нету, все пооставались. Но. А куда делись все остальные, черт его знает. О, блин, у меня вылетело. Не, там я спальники поразбивал. А ты мне суплайку, походу, не выдал. Я еще никому не выдал. А, сейчас я сначала все поубиваю всех, поразбиваю эти. Ой, блин, а я за лутом хочу сбегать, тут лут прямо возле меня выпал. Где, надо тоже сгонять. Тоже надо. Хотя мне смысл, я все равно не играю. Так что, в дом бежать-то, да? Да, сейчас я вас перенаберу. Ты меня убил, у меня там спальника внутри нету. Так, ребята, я думаю, на этом можно закончить наш ивент. Получилось бомбово, просто шикарно. Супер, я не знаю, мне нравится. Я даже не мог ничего комментировать, потому что настолько было все страшно сюжетно, что даже не надо было никаких комментариев излишних. Вот. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всех люблю, целую, до скорой встречи.